Этилмеркаптан в Омске есть только на нефтезаводе. Об этом Ростехнадзор сообщил информагентству «Омск здесь». Напомню, на выбросы вещества мечи жаловались еще в феврале. Несколько месяцев сообщения о неприятном запахе поступают из разных районов города, но надзорные органы до сих пор не могут установить точный источник. Росприроднадзор считает, что им являются буферные пруды «Газпромнефти». Ведомство даже подало иск в суд с требованием остановить деятельность на производстве. А теперь и Ростехнадзор подтвердил, что в северной промзоне Омска, где зафиксированы выбросы, этилмеркаптан используется только на этом промышленном предприятии.